вкусах и привычках галантного века свидетельствует картина «Лисица с уткой» живописца Петра Каменева. В XVIII веке подобного рода декоративные произведения украшали павильоны, предназначенные для отдыха царствующей особы с приближенными после охоты. Имя Петра Каменева мало о чем говорит сегодняшнему зрителю в силу того, что творческое наследие художника насчитывает ныне всего два полотна. Нашему музею посчастливилось стать обладателем одного из них.